Эй, Нейт! Да? Земля! Ну, что скажешь? Неплохо. Встань-ка за штурвал. Знаешь, со всей этой беготнёй на грани жизни и смерти мы как-то забываем остановиться и оценить красоту момента. А? Сик парвис магна. Сик парвис магна. Да. Слушай, братишка, она тебя простит. Точно простит. Мы же вернемся с таким сокровищем. Не знаю. Просто это будет далеко не в первый раз. Я ожидал чего-то побольше. Да, но мы точно в нужном месте. Теперь надо найти, где причалить. Ага, ну я... Тут ведь остров, так? Тут хотя бы остров. Ищи то, что сделали люди. А, то есть пираты? Ну да. Может, Либерталия — это просто маленькая хижина на берегу? Ага, домик на дереве. А может, Эвери затеял вокруг себя шумиху? Нейт, вон там. Ну, это определенно сделал человек. А-а, точнее, пират. Да. Похоже, дозорная башня. Может, оттуда что-нибудь увидим. Так, давай наверх. Сюда. Вроде это оно. Какой-то символ. Стрелка компаса. Как ты догадался? Ну как, основной принцип. Жми на все. Видишь? Внизу тот же символ. Только другая. Посмотрим, куда указывает. Давай, лодка прямо под нами. Ага.
Посмотрим, куда ведут эти стрелки. Смотри, вон еще стрелка. Это указывает вон на ту пещеру. Большая. Хороший знак. Тайная пещера, лестница многообещающая. Мы снова в деле. Так, погоди. Теперь главное не разбиться на свет. О, Эвери нравилось действовать с большим размахом. Ну, деньги же были. Так чего стесняться? Пойдем. Посмотрим. Надо же. Вход завален обломками. Опять. Наверное, строители не заложили в расчеты много веков эрозии породы. Точно. Ищем обходной путь. Эй, Сэм, давай, помоги мне. Ага. Спасибо. Да ладно. Что-то много мы таскаем тяжести и ползаем по земле. Вот она, охота за сокровищами. Как думаешь, что здесь было? Своды напоминают собор святого Дисмоса, но не знаю.
Там веревочный мост. Смотри, что там есть. Ладно. Ну, тут есть тропа, но непонятно, как забраться наверх. Погоди. Ты живой? Я хотя бы перебрался. Так, теперь надо с тобой как-то решить. Подожди. Ну что там? Сэм, эй, ты там? Приехали. Ну, что мы имеем? Я разрушил свой брак. Ты уже наверху? Ты где был? Искал способ тебя поднять. Ладно, прыгай сюда. Спасибо. Все нормально? Лучше некуда. Идем дальше. Ладно. Какая искусная работа. Классный вид. Ты меня не слышал? Когда? Тогда. Я тебя звал. Я не слышал. А что, ты волновался? Ну да, ты же весь в своих мыслях. Ах, это я в своих мыслях? Ты на что намекаешь? Ни на что. Идем? Да, идем. Тут есть тропа! Супер, сейчас приду. Сэм, сюда! Отлично. Мы на правильном пути. А тут высоко. Пфф!
когда мы жили в приюте, ты думал о том, что мы так будем отжигать? Нет, не думал. Получилось. Это почти самый большой резервуар на моем веку. То где был самый большой? Я потом расскажу. Давай спустимся. Сэм, вот здесь обойди. Хрена тебе! Все в порядке? Здорово! Да, все круто! О, это еще что? Тут припасы, инструменты, семена. Провизия с давно истекшим сроком годности. Сэм, смотри. Может, они задумали построить тематический парк? Пиратский остров. Сэм, смотри, диорама. Это городская улица. И они все это построили? От них не знаешь, чего ожидать. Прекрасная работа. Чертежи. Они все выцвели. Сэм, посмотри. Тут знаки пиратских капитанов. Все собрались вокруг Эвери. Эвери и Тью горшат суд над своими. Похоже, они тут пишут кодекс правил. Биль о пиратских правах. Корабль Эвери. Великолепный. Атакует Ганг и Савай. С этого все началось. Нейт, это же история основания Либерталии. Так что это за место? Что-то вроде штаба. Здесь была придумана Либерталия. И все-таки неужели они это реализовали? Ну да, наверняка. Ты посмотри на это. Нельзя потратить на идею целую жизнь, чтобы потом просто взять и бросить. Да, но жизнь редко идет по плану.
Нет-нет-нет. Так или иначе, мы туда войдем. Поднимем вместе, хорошо? Ага. Давай. Тяжело. Ты просто думай о сокровище. Ага. А я пока думаю о спине. Черт. Ого. Очередное испытание. Похоже на то. Ну, давай посмотрим. Ничего себе. Ага, не вращают силу. Это поможет. Символы на сферах не совпадают с теми, что на свету. Говорят, его везли на казнь, но он освободился и взорвал последний порох. И Эвери взял его из благодарности. А что другой? Он был тем, а стал прославленным. Вращается пассивно. Начинается. Кто тут у нас? Посмотрим. Джозеф Фаррелл, Уильям Мейс, Тарик бин Малик и Кристофер Кондор. 8 из 12. Хитро.
Смотри. Похоже, мало. Да, да. Что он забыл? Последние в списке Ричард Вон, Эдвард Ингланд и Томас Тью. Сэм, смотри, похоже нам туда. Погоди минуту. Тут всего 11 пиратов. Не хватает главного пирата. Угу. Это странно. Попробуем. Ну, куда теперь? Ни хрена себе. Ну, вот и статуя Эвери. Знаешь, сдается мне, капитан Эвери страдал нарциссизмом. Думаешь? Да. Посмотрим, что он нам приготовил. Долго падать, если что. Нейт, скажи, только честно, как тебе все это? По сравнению с другими приключениями. Я тебе потом расскажу. Не сорваться, не сорваться! Удержался. Класс. Лодка там. После вас, капитан. Гигантской статуей Эвери справа. Я так волнуюсь, что у меня прямо руки трясутся. Да, понимаю тебя. Ну или просто мне покурить нужно. Короче, и то, и другое. Может, нам посмотреть? Остров сокровищ в Техасе. Эй, Сэм, давай. О, нет, нет. Уступлю тебе право. Давай, Найт. Ну-ка. Так, капитан. На что же мы смотрим? Вот. Ну? Большой остров в форме черепа? Просто остров. Без черепа. Она здесь. Либерталия. Знаешь, меня поражает твой оптимизм. Кроме нас тут никого нет. Ну почему бы не разрешить себе хоть немного порадоваться?
Порадуюсь, когда откупим тебя от Алькасара. Пошли. Ладно. Что? Ладно, ладно. Ну нет, эти твои «ладно» всегда означают не «ладно», а совсем наоборот. Это наш рейв? А кто ж еще? О, черт. Yeah.